простых способа улучшить память. Посмотрим. Нейрохирург Рахул Джандиал назвал 3 простых способа тренировать мозг. Он пояснил, что эти упражнения позволят улучшить когнитивные способности и память. Джандиал подчеркнул, что здоровье мозга зависит в первую очередь от самого человека. Существует 3 простых способа сохранить его: учиться на протяжении всей жизни, вести здоровый образ жизни и общаться. Однако для тех, у кого не получается следовать сразу всем этим правилам, он предложил упражнения, которые позволят сохранить мозг в тонусе. Для первого упражнения, которое он описал в своей книге «Уроки жизни от нейрохирурга», потребуется лишь бумага и карандаш. Врач предлагает за 2 минуты записать всех живущих в воде существ, которые сможете вспомнить. Испытание следует повторить. За этот же период времени перечислить животных по категориям, например, пресноводная рыба, опасная рыба, моллюски и другие. Джандиал отметил, что во втором случае, скорее всего, вы вспомните больше названий. Этот принцип использования ограниченной сферы поиска, по его словам, можно наблюдать и в поведении голубей, которые клюют рассыпанные зерна. Нейрохирург напомнил, что птица сначала соберет весь корм вокруг себя и только потом переместится на новое место. Для еще 2 упражнений не нужно ничего лишнего, лишь время и желание пошевелить извилинами. Для улучшения рабочей памяти специалист советует в уме умножать 2-значные числа. Также можно брать слова и мысленно переписывать каждое из них наоборот, от последней буквы к первой. Ранее ученые из Чикаго нашли способ замедлить старение мозга. По их мнению, для этого необходимо употреблять в пищу рыбу. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Но не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока!